Много воды. Уже 30 метров прошли, мокрые ноги. Ребята, вон, прошли на тот берег, не знаю, что с их ногами. Лед метр. Короче, мы посмотрели и решили то, что за баней, там где старые сломанные березы, там очень хорошая точка. И сейчас туда пойдем. На снегоходе мы довезем до лесочка. Тут уже протоптаны, считаем. Мы тут сюда дотащим, здесь вот чуть подвырубаем, здесь соберем квадрат. Вот уже прям. Мне кажется, мне нужна будет твоя помощь. Срок запускаем. На срок. Мне кажется, надо брать снегоход и брать сани. Полетели туда? И лететь туда. Давай сейчас полетим. Давай полетим. У нас лазеры отсюда светят. Лазеры светят прямо вот с этого же пятачка, который готов. Повтори, пожалуйста. Короче, я хочу получить план местности для того, чтобы на ней расстановку нарисовать. Пока еще светло и все видно. Мы сейчас на точке, где будем выставлять пленку. Ну, такое. Если смотреть от лагеря как бы на озеро, то это ниже. Ответвление озера вправо. Там просто низкие деревья, нет холмов. Да, и там еще провода видно все на линии электропередач. Ну, короче, это говёное место. Плейбэк есть. Вон туда. Вот в эту ложбинку, да? Вот сюда, да? Лопаты там, въезд под развитие.